меня Демуков Александр. Я работаю плавильщиком в цеху высокопрочного чугуна с 2007 года. Рабочий день мой начинается с самого утра. Мы выдаем металл для получения качественных отливок. Я Константин Владимирович Дмиченко. Работаю в цехе высокопрочного чугуна с 2014 года. Своей профессией горжусь, готов передавать опыт молодежи. Изготавливая качественную продукцию, качественные отливки, чтобы поднимать имидж нашего предприятия за достойную оплату труда. Нужно быть патриотом, нужно любить свою страну. Я с гордостью могу сказать, что я патриот своей страны. Я не бизнесмен, я обычный рабочий. Который своим трудом приносит пользу не только предприятию, но и всей стране в целом. Я горжусь своей профессией. Это мой выбор.